Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Алексей Шаров. Нам очень приятно, то, что вы являетесь организатором этого мероприятия, как я понимаю, правильно? Ну да, совершенно верно. Со своей стороны вам есть что сказать? Может быть, взгляд именно как организатора изнутри вот этого мероприятия, чем-то вы довольны, что-то получилось, не получилось? Вы знаете, я могу сказать, что занимаясь подготовкой образовательных мероприятий на протяжении уже нескольких лет, в каждом мероприятии ты видишь то, что еще можно было бы сделать лучше. И от раза к разу стараешься, да, как-то это, может быть, да, доделать или какие-то новые использовать элементы. В целом, ну вот как все проходит, я доволен, потому что нам удалось собрать достаточно большую аудиторию, и врачи очень разные и по уровню, и по квалификации, и по опыту клиническому. И это не мешает им чувствовать себя, да, равными в этой аудитории и задавать вопросы открыто лектору. И формат, я считаю, на самом деле достаточно удачный, потому что он позволяет совместить теорию и практику. И все, что мы показываем врачам, все им удается попробовать самим. Слава богу, нам пока хватает инструментов и материалов, и несмотря на какие-то маленькие заминки, в общем-то, как мне кажется, большинство аудитории, они незаметны, и мы стараемся. Я хочу сказать, на самом деле, большое спасибо той команде, которая мне помогает, потому что один бы я не справился, это понятно, и большое спасибо Галине Борисовне, и спасибо компаниям, как Комденталь, которые предоставили нам очень большой список инструментов, компании Стомус тоже, которые предоставили нам много инструментов. Спасибо компании Лиасел и Самарскому банку ткани, потому что все необходимые материалы, а именно твердую мозговую оболочку, нам тоже предоставили для этого учебного мероприятия, и вот все врачи попробуют сегодня обязательно. Мы так поняли, что, ну, грубо говоря, я здесь первый раз на таком мероприятии, но мне очень интересно, и я заметила, что у вас продуманы все детали, у вас все очень четко организовано, то есть на высшем уровне. Я считаю, что все присутствующие довольны однозначно, и я считаю, что они рады здесь находиться. И я очень надеюсь, что у вас в дальнейшем будут такие же мероприятия, что вы будете совершенствоваться, что вы не остановитесь и будете расширяться, выходить на европейский уровень, потому что действительно такие люди у вас, ваша поддержка, ваши помощники, действительно, они для вас делают очень много той работы, которую мы не видим. Но на самом деле очень мероприятие потрясающее, и я считаю, что это должно быть, потому что люди хотят узнавать новое, и вы нам в этом помогаете. Вы знаете, занимаясь маркетингом уже на протяжении 15 лет в медицине, я могу сказать, что первое, о чем мы думаем при организации какого-то мероприятия, это его качество. Нам удалось собрать большую аудиторию, потому что это просто вызвало интерес. Но если бы человек было там 10 или 15, то качество бы само и подаваемой информации, и презентации, и там количество всех, опять же, да, там, инструментов, материалов, все необходимое оборудование, оно бы было точно такое же. Потому что каждый врач, вот, он должен себя чувствовать комфортно. Он пришел сюда работать, он пришел, да, не отдыхать. И наблюдая на курсах, когда люди, прямым языком говоря, да, слоняются, не знают, чем заняться, обычно это как-то к концу мероприятия. Я планировал все так, чтобы это было, ну, как с корабля на бал, да, чтобы мы придумали вот театральную рассадку, и ее меняем, чтобы все были в равных условиях, и они и были и близко, и далеко, и все могли попробовать, всем все было видно. И все-таки, если и будут какие-то недовольные люди, то их количество было бы совершенно минимальным. Мы пока знакомы только с довольными. Ну, очень приятно. Значит, да, спасибо вам большое за такое мероприятие, за вашу работу, которую вы делаете, потому что это большой труд. Спасибо. И желаем вам силы, удачи и здоровья, чтобы у вас все получалось. Да, будем стараться. Спасибо. Если там, я говорю, ты же с одного конца захожу до другого.